Но первое, вы должны понимать, что мы не останавливаемся на том продукте, который вы сейчас видите, в той форме, которым вы его видите. То есть первое, у нас сейчас уже в разработке идет версия робота 2.0. Вся эта версия 2.0, она будет, вот у вас есть торговый робот, вот в вашем торговом роботе просто откроются новые функции, новые возможности, благодаря которым вы будете зарабатывать больше и больше таких интересных будет функций. И будет потом еще версия робота 3.0. Вот. То есть эти продукты все люди приобретают по собственному желанию. Также мы через год выйдем на фондовый рынок. То есть это там, где торги идут золотом, там, нефтью, валютами разными. То есть там рынок не настолько волатильный, как криптовалютный рынок. Вот. Но мы тоже туда зайдем. И тоже у нас будут там топовые продукты на этом рынке. Вот, вы можете научиться пользоваться продуктом, досконально научиться управлять своими финансами, и у вас всегда будут в кармане деньги. Вот, также сейчас наняли очень профессиональную рекламную кампанию, которая имеет большой опыт в таких миллионных продажах продуктов, и она готовит для нас продукты, систему продвижение продукта в массы. Да? То есть у каждого человека будут свои персональные воронки продаж, определенные сайты будут, которые будут человека знакомить с данным направлением, вот, и помогать доводить человека до регистрации. Туда, где еще никого не было, если касаемо рынка криптовалют, да, то есть мы идем на топовые торговые биржи, такие как Bybit, Binance, то есть не просто работать на них, а задача, чтобы мы были партнерами с этими биржами. То есть такого не имеет ни одна компания, которая хоть как-то занимается с торговыми роботами. Потому что если мы реально с ними запартнеримся, то есть наш личный бренд просто улетит в космос. То есть вам не надо будет там доказывать, а крутой это робот или нет. А чем наш робот лучше от других? Вы просто показываете, наш робот продвигает там Binance, Bybit, OKX. Мы являемся официальными партнерами. То есть такие компании просто какой-нибудь продукт партнерство не возьмут. Да, и к нам тоже поставлено много требований, которые нужно сделать, вот, чтобы компании вот эти не несли репутационные риски. Вот, для них это мега важно, чтобы каждый человек, который будет пользоваться продуктом, он получил результат. А самим криптовалютным биржам мега выгодно, чтобы люди на бирже зарабатывали, потому что чем больше людей у них зарабатывает, вот взять нас, например, да, вы раньше же не пользовались биржей Bybit, не пользовались, у вас не было там денег на бирже, не было. Вот, мы сейчас начали работать с Bybit, то есть у нас огромное количество людей зашло сейчас на биржу, занесли туда деньги. У вас каждый день идут торги, они с торгов получают комиссию, проценты. Поэтому для них это очень выгодно. Новая аудитория, которая зарабатывает, которая увеличивает депозиты, которая рассказывает об этом другим людям. Соответственно, объемы биржи растут, и они получают хорошую прибыль с этого. Потому что они с каждой покупки, с каждой продажи монеты на бирже, они получают прибыль. Это колоссально большие деньги. И каждая криптовалютная биржа заинтересована в том, чтобы, у них было чем больше пользователей. Поэтому такие планы у нас. Вот. Поэтому рынок криптовалютный, он просто очень волатильный. И сейчас просто очень выгодное время для того, чтобы собрать большую прибыль, очень большую прибыль. Вот. Мы предполагаем, что минимум 2 года. Да, вот у нас есть для того, чтобы заработать очень большие деньги. Вот, и потом можно с этими деньгами заходить, например, и на фондовый рынок. Вот, или даже если будет медвежий рынок на рынке криптовалюты, это когда криптовалюта идет вниз, мы тоже будем зарабатывать, но прибыль будет меньше, чем сейчас. Вот, но когда у вас есть хорошие активы, вы всегда будете зарабатывать хорошие деньги.